Декларацию народного депутата от Народного фронта Евгения Дейдея проверит НПК. Об этом сообщили сегодня в агентстве. Изучить доходы и расходы народного избранника за прошлые и позапрошлые годы решили не случайно. Причиной послужило обращение к ГПУ. Резкий карьерный взлет Евгения Дейдея начался во времена революции достоинства. В 2014 году его назначили советником главы МВД и начальником отдела в департаменте тогда еще милиции особого назначения. А в ноябре того же года он был избран нардепом по списку Народного фронта. Все это время Дейдея сопровождали громкие скандалы. Были и драки на заседаниях Верховной Рады, и обвинения в незаконном обогащении на сумму почти 5 миллионов гривен. В частности, ГПУ подозревала его у покупки квартиры и двух авто за деньги, происхождение которых нардеп не указал. Генпрокуратура также пыталась снять с фронтовика депутатскую неприкосновенность. Но дело, как всегда, застопорилось в сессионном зале парламента. Большинство в Раде защитило Дейдея от следователей, после чего он принимал поздравления от радикалов, которых также не лишили иммунитета. Кроме того, в прессе не один раз всплывала информация о криминальном прошлом нардепа. Как оказалось, несколько лет назад он был осужден судом за грабежи в Одесской области. Тем не менее, вопрос о законности нажитого непосильным трудом остается на повестке дня. Раньше в НПК никак не могли принять решение о дополнительной проверке декларации Дейдея. Но сейчас все же изменили свою позицию.